Олег, ты снимаешь? Друзья, вы, наверное, подумали, что я в комнате страха, но нет, я в центре «Современник». Здесь для губкинских семей организовали ежегодный квест, посвященный Дню семьи, любви и верности. Семья.ру. В тайной комнате участники становились одним целым. Давай, сверху, вот, еще чуть-чуть вперед. Молодец. Теперь налево. 9 команд участников. 10 испытаний. В каждом нужно проявить смекалку и умение работать в команде. Коляска, видел где? Да. Участникам также нужно было отгадать детский мультфильм по эмоджи. В игре Дженга важна была аккуратность и ювелирная точность. Квест, посвященный Дню любви, семьи и верности, уже стал доброй традицией. Многие принимают в нем участие не в первый раз. С каждым годом участников становится все больше. Первый раз позвала вот жена, как бы по интернету увидели. Так-то понравилось очень. Дети вон рады, побегали, тут зверюшек посмотрели. Самому интересно. Часть я понимаю в первый раз в данном мероприятии. Больше всего, что больше всего понравилось. Да все понравилось. Интересно было походить, повыполнять задания, квесты. Мы принимаем вот участие второй раз, получается. Первый раз мы участвовали «Супер Папа», сейчас мы пришли вот на участие «Квест». На севере что еще делать? Он принимает участие и не сидеть дома. Пока жюри подводило итоги, участники квеста строили собственный дом. Задание не входило в состязание, но вызвало немало эмоций. В каком стиле, так скажем, обустраиваете свой дом, свою квартиру? Ну, мы еще пока не придумали. Тут надо подумать хорошо, потому что столько вещей, которые не совместимы между собой. Поэтому сейчас будем думать. Вообще, мой муж строитель, он просто кокетничает. Так что у нас есть тактика, мы ее придерживаемся. А вообще, на самом деле, когда будете строить дом, сразу думайте про крышу. Потому что, короче, оказывается, очень сложно придумать, куда поставить крышу. Ну, в общем, мы стараемся. Дом строим. Надеюсь, когда-нибудь построим настоящий. Бумажный проект дома уже готов. Его постройка – это вопрос времени, уверены семьи. А пока в реальный дом Батырдиновых уходит главный приз квеста – робот-пылесос. Всех остальных участников наградили кубками и утешительными призами. За активными выходными следили Павел Науменко, Олег Арткевич, новости Губкинского.